Всем здравствуйте! Сегодня в этом видео я хочу вам показать, как вязать английскую резинку крючком. Как видите, у меня вяжутся митинки крючком, и вот я сейчас хочу вам, пользуясь случаем, показать. Значит, эта резинка вяжется по кругу. Что нам нужно? Нам нужно первый ряд просто провязать полустолбик с накидом. То есть вяжем от начала до конца полустолбик с накидом. Соединяем с начала ряда соединительным столбиком. Затем в начале каждого ряда будем делать 2 воздушных петли. Резинка состоит из выпуклых столбиков и вогнутых. Итак, делаем 2 воздушных петли и вяжем первый выпуклый столбик. Вводим крючок как бы перед работой. Вот так вот. Подхватываем нить и вяжем столбик с накидом. Затем мы вяжем вогнутый столбик, уводим крючок за работу, вот так, и как бы сзади провязываем столбик с накидом. Затем повторяем выпуклый столбик перед работой, вводим крючок, провязываем столбик с накидом, и также вогнутый за работой. Вот таким образом мы вяжем по кругу выпуклые столбики и вогнутые. Вот. Далее в следующем ряду мы делаем то же самое. Если у нас выпуклый столбик идет, значит мы вяжем выпуклый. Если вогнутый рядом, вяжем вогнутый. И таким образом будет получаться вот такая резинка. В конце тоже делаем соединительный столбик. Вот. И далее вяжем второй ряд. 2 воздушных петли, и вот видите выпуклый столбик, значит делаем перед работой, продолжаем вязать. Дальше у нас с вами идет вогнутый, здесь уже на втором ряду уже легче будет вязать, все уже как бы видно, где какой столбик делается. Вот в принципе и все. Далее мы просто вяжем уже нужную резинку той высотой, которая нужна. Вот. Спасибо вам за просмотр видео. До новых встреч. Пока-пока.